Привет. Будем играть в Brawl Stars. Оказывается, 30 тысяч хп вот это, которое исцелить надо. Даже бой с боссом, то есть простой режим. А это тоже считается, то есть на отхил. Это прикольно. Сейчас я вам покажу. Ну, не знаю, за первого босса 29 тысяч хп отхилить нормально вроде бы как. Можно было бы, конечно, и 30 сразу. Это там просто пассивку один раз не дожал один разок. И умер под конец. Сейчас. Надо сейчас отхилиться. Босса на себя выменить. Потому что я урон как бы принимаю спокойно, изи. Можете даже не беспокоиться. У меня типа и урон есть, и хил есть. Так. Пока все неплохо. Он даже турель нашу не сломал. И турель Джеки. Джесси или как там. Ну вот, хилку бахну. Ее пассивка, конечно, сбилась, но окей. Сейчас надо... На атаку, на ульту собрать по-быстрему. Хоп. Все, хил сюда. Хил на базу, как говорится. Кольта отхилили сразу. Тут самое главное не проиграть. Все, хорошо. Веселый кот. Турельку поставил и прошли режим. Так, дают сюда 200. О, мега ящик, кстати. Выпало колет еще. 200 голды, я теперь могу колет хотя бы апнуть до 8. Когда учили уже по 10, мне еще даже звездные силы еще надо еще один раз апнуть. 1200 голды. Надо голду копить. Я просто скины накупил по 10к тогда. У меня просто никто не выпадал, лол. То есть я купил за 10к или прима. Хотя я буду атомика точно играть с этим персонажем. Серебряный хороший, но атомика получше. Вот, серебряную Джесси, Шелли. И еще кого-то серебряную вроде покупал, либо нет. Надо проверять эти все персонажи, это сложно. Ну и долго. Муторно, муторно. Ну кого-то тоже посеребрил вроде бы как. А, вот, Леон, да, все. Все, вспомнил. Давайте пойдем бой с боссом еще разок. Не знаю, ПМ взять. Ну да, ПМ, в принципе, хорошо. У него турель наносит 500 единиц урона, то есть такая пассивка крутая. Находится по 500 урона в секунду, это дополнительный урон. Хочу Лего. Челик тут 8-битный. Но это хорошо, 8-битная Био, в принципе, тоже. Она урон будет хорошо наносить. И 8 бит тоже вполне неплохо. Ну, мой персонаж тоже, по идее, очень хорош, потому что, ну, как бы здоровье восстанавливает. Это самое главное, мне кажется, в этой игре. Что нужнее еще нужно, сами подумайте. Вроде бы больше ничего не надо. Что-то 8-битный урон не принимает. А Био что-то тупенькая сюда не подходит. Так, мне надо откилить до 100, я подожду, наверное, чутка. Все. Можно атаковать. Не беспокойтесь, пацаны, я хил дам. Так что можете спокойно урон трейдить. 8-битный что-то тупенький. Зачем? Затупил он, походу. Затуп сделал. Из-за этого он умер. Так, у нас только хилющая турель осталась. Ну, сейчас я по новой заряжу, вот. Подкину сюда. Такие. Как все нормально. Ну, в принципе, у моего персонажа 6к хп. И за это только урон надо принимать. Остальным, в принципе, не надо урон принимать. Так, хпшек мало, надо быстро ульту подкопить. Сюда. Босс злится, нашего 8-бита он разобрал. Что-то 500 урона в секунду, что-то я его не вижу, типа... Типа, во, what the fuck. Возле хилющий, станции встань, бей. Ну, 4к хп осталось, так что мы затащили. Все, изи. Добрал босса.
8-битный, конечно, пару раз умер, но, смотрите, уже на мастере, то есть, ну, мастер пока можно, наверное, тоже помирать и тащить. Ну, на эпическом, на жестком, там уже надо тащить конкретно. То есть, там Кольт не спасет, там только ПМ. Кольт может помочь, Блоб, в принципе. Ну, Шелест слабо, очень слабо. Реально можно затащить, только нам надо хотя бы за вот эту... 1 минуту 30 секунд хотя бы снести 50% желательно, а то и больше. Мне кажется, у нас не получится. Я слишком жесткий затуп сделал. Шелли вообще что натворит? Урон должна принимать-то. Я одну атаку всрал, просто что-то не знаю. Автоатака такая тупая, лучше реально самому вот так вот наводиться. Но... Такое себе. Окей. Разобрали этих ботов. Так, оставил ловушки он. О, хорошо, у него стан. Давайте принимаем урон, атакуем. Бот затупил. Бот затупил. Сейчас нашу станцию хилищую заберут. Надо новую хилищую станцию ставить. Ну, блин, ее сейчас взорвут ракетой. Так, отступаем. Чё этот бот на мину не наступил? What the fuck просто. Мина стоит такая бесполезная со станом 2 секунды. Ну да. Бывает такое. Хотя она очень мощная против босса. Мастера тем более. Шум станет она жестко по 2 секунды. То есть бот тупо стоит. И дает нам на самом деле время. В теории 6 секунд. Вот. На практике максимум 4. Ну, средний. Ну да. Прям ульту бахнет тогда, когда не надо. Ну, Шелли, мне кажется, просто разберется. Босс его тупо уничтожит эту Шелли. Шук. Шук. Сейчас и, походу, Бо умрет. Да, я один остался. Но мы 30% оставили. Скорее всего, может быть, и выиграем. Мне надо отхиливаться и убивать вот этих снайперских ботов. Так, мне надо было пассивку прожать, потому что сейчас я просто могу умереть. А если я умру, мы проиграли просто. Кик, wait. Все, Бо выжил, так что сейчас вряд ли проиграем. У нас трое, все в команде в сборе. Осталось только ульту прожимать. Давай, Шелли, здесь получайте урон. Блин, они не знают, что такое трейд урона. Типа, они примут, ладно, 1000-2000 хп. Но я отхилю и прожму почти. Типа, 90 тысяч хп, в принципе, реально разобрать. Если сейчас был хороший ульту кинуть. Не кинет ульту, мы можем проиграть. Мне надо теперь отхилиться. Всякую фигню вечно смотрит. Бог, кстати, правильно сделал. Тотем поставил. Вот его разобрал. Он у меня хилющая станция стоит. Они сейчас подойдут, отхилятся. Нормально. Желательно, чтобы все туда подошли. Потому что сейчас я резнусь и максимально нанесу урон. Ой, блин. Стан почти заработал, кстати. Я могу сейчас урон спокойно принять. Сейчас вот уже нет. И все, забрали босса, изи, прошли мастера. Ну, вначале это реально изи, потом вот сейчас безумие будет пожестче. Надо прям максимально урон наносить. Так, еще раз будет большой ящик, окей. Сейчас выберем большой ящик, посмотрим, что выпадет. Так, ну у нас Бо, надеюсь, со станом и вот, рикошет. Вроде у Бо есть пассивка, так что окей. Надеюсь, не та пассивка, которая просто... О, пробав, кстати. Это мне нужно. По нашим персонажам тоже нужно, челикам. Но лучше я возьму, мне так кажется. Вот, по 500 урона, кстати, наносит, я вижу.
Думал, не будет наносить. Ну, рикошету, наверное, надо еще хотя бы 1-2. О, стан, хорошо. Это очень хорошо. Бо забрал как раз. По боссу 436 единиц урона нормально вроде бы как. Там еще пробав. Ну ладно, Бо пусть забирает, у него ульта зато будет чуть побольше наносить. Не знаю, зачем я ульту потратил. Типа, что-то зажалось и все, типа, кнопка. Пусть рикошет, наверное, возьмет, но он что-то не бежит. Не ломится прям бежать, брать этот пробав. Зато у нас, кстати, ульта будет быстро заряжаться из-за хорошего урона. Пусть босс забирает или кто-нибудь другой. О, кстати, ракета не задела. Если ракета задела, было бы, наверное, плохо. Так, давай, я урон потрейжу, я могу принять. Там мины, кстати. Надо идти вот туда. Мина. Кстати, забайтили вроде бы как. Сейчас забайтили. По 509 урона, кстати, наносит. Нормально. Тут еще одна мина есть, так что давайте к ней. Нам этот стан нужен. Больше, что ты сейчас умрешь. Молодец, Бо. Бо какой-то отбался. Из-за пробафа мы проиграли, типа. Если бы вот эти 5 пробафа я бы забрал бы к себе просто. Может быть, мы выиграли бы. Сейчас можем проиграть просто. Из-за дурачка в команде. Тут еще 2 пробафа лежат. Ну, мы, походу, проиграли. Челики гонят. Это ярость будет жесткая, и мы просто проиграем. У меня, да, заделает эта фигня. Бо, молодец. Молодец, умеешь играть, Бо. Ульту криво кидает. А, я хотел к стану ее переманить. Из-за одной пробавки, просто из-за одной пробавки, проиграть режим, который мы уже выиграли. Вот реально выиграли. Я бы с 4 этими усилениями максимально нанес бы урон. Там 200 тысяч бы снял спокойно. 2 пэмки, наверное, выиграем. И тем более тик этот, 8 бит есть. Так. Это хорошо, кстати, потому что у нас как бы урона много будет, и хил будет двойной, и усиление урона. Это самое главное. Так, ну, конечно, усиление урона хил хорошо, но он сейчас сломается просто. Чё, челики лицом не принимают урон. Вначале можно спокойно вообще урон принимать, не парясь вообще. Мы просто возьмем и загасимся. Ладно, надеюсь, Богдан умеет выживать как бы и наносить нормальный урон. Я надеюсь. Так, моя, кстати, турель стоит. Вообще. Ее не менял. Стоит, так стоит. Ну пусть стоит. Ну ее. Она, кстати, сейчас сломается, да. Из огня. Криво кинул под ракету. Надо подальше от себя кидать, чтобы ракетка не заделась. Ракетка задевается, беда потом. Все нормально пока. Походу у Богдана даже пассивок нет, что-то так смотрю. Вроде бы нет. Но пассивки на самом деле не главное, тут самое главное вот эти усиления подкопить и все. Чтобы урона побольше наносить. КП со здоровьем поменять. Одно я усиление взял, ну, наверное, даже лучше потом буду хорошо. Кстати, на возле турели. 8 бита. Ой, ракета полетела, обидно. Ну, 15% до безумия еще, до ярости еще минута есть, типа, изи. Наверное, я отхилюсь сначала лучше. Ракета нас задела. Хил пошел. Двойной хил пошел.
Кстати, у нее турель 5000 хп, нормально. Пока что все нормально. 8-битный резнул, сейчас будет максимальный урон наносить. Так, мне надо убить этого. Сам умру. Сейчас на огонь не наступи, самое главное. О, пульта пошла. Богдана, кстати, 1000 хп пустились. Теперь я должен хилиться. Ну, мы тут выиграли, мне кажется, да, вот все. Все, найс. Ух, безумие прошли, там есть максимальное безумие вроде, да, безумие 2, потом безумие 3, потом вообще эксперт про геймера. Да. Коль, конечно, значки прикольные, вот этот скин, Малефисента тоже неплохо. Лучше бы ее, наверное, отдельно продавали, а то батл пасс так покупать. 169, можно, конечно, но такой себе. Когда мне уже кольт выпал. Че, мы ее прокачали, давайте пойдем, типа, посмотрим, может быть. До первого луза будем играть, короче, в соло режиме. Сложно будет, но реально. Тут 1350, нормально, кстати. Зря ты так. Против Коли нельзя шутить. Первая атака такая будет усиленная, что ты типа сразу помрешь. Ну а, конечно, ворона вообще не отыграешь, лол. У него хп мало, типа, по минималке наносим ему, как и всем. Только, наверное, челикам, у которых много хп, нормально наносит. Да ты серьезно, Нита, блин. У него, помню, атака медленнее шла, сейчас прям жесткое сделали, прям. По максималке дальность идет просто. Гаджет в итоге что-то колет очень слабый, реально. Даже он эти 1000 золота не стоит. Типа слабенький. Удваивали бы атаку, типа наносил бы 60%, было бы, блин, имбой. А так слабенько, очень слабенько. Не знаю даже, чем выигрывать. Тут наши челики с ней идут. 3к нанесли. Челика разобрали, окей. Я, кстати, забрал Тика ульту и сам умер. Лол. У меня атака, потому что хорошо Тика ульту забирает. Ну, гаджеты, которые. Челиков есть. Пока все нормально, кстати. Там только Тик будет нам мешать. Вроде его атака не задевает меня. Все нормально. Нормально так, кстати, 8 бит. Все, разобрал его. Блин, он мне 140 хп оставил, лол. И теперь отхилиться надо. Так. Так, почти убил, кстати. Ну, динамайк бы, если наш помог бы. Они что-то даже этого 8 бита вдвоем не разобрали. Ненавижу эту тему. Может быть, я и слабый, но... Тут они на трейд должны играть. Я, кстати, разобрал этого, но он взорвался и убил, типа, наших челиков. Мы проиграли, походу. Слабые два. Динамайк, 8 бит. Походу, специально такую команду дали, чтобы проиграли. Потому что если хорошую команду дали бы, Динамайку спокойно троих должен разбирать. 8-битный должен разбирать. Мы не 8-битные, блин, терпуту их наоборот. Ну, по минималке, кстати, забрали вроде бы как. Минус 3 или сколько там кубков? Или как всегда, минус 6. Чуть не увидел, сейчас посмотрим. Если много забирают на этом персонаже, я типа, лол, он слишком слабый. Чем им атаковать, вопрос на засыпку. Все, разобрал, челик там. Я даже могу, в принципе, сюда пойти. Медведь идет. 8-бит, надеюсь, понимает. Разобрал его.
Разобрал, кстати, его. Так, динамайк остался. Этой. Идем в эту сторону. Не знаю, челик у нас сможет ли разобрать вот это. Да ты серьезно, блин. Чел, ты гонишь просто. У нас динамайк хороший, кстати, хорошо разбирает противников. Все нормально пока. Блин, лягушонка. Чуть-чуть осталось разобрать. И не надо давать, чтобы они набирали процентов. И наберут, мы проиграем. Я его разобрал, но тут ниту надо забрать. Динамайк сможет ли забрать? Тут 4% может, в принципе, забрать этот. Все, найс. Да, жестко. Ладно, на этом будем заканчивать все. Понравился видеоролик, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Всем удачи.